О май гош! Чего? И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозе. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Мимикрия. Сегодня у нас, можно сказать, старая рубрика, но с новыми изменениями. У нас первая серия медицинских пряток. Что же это такое? Вы хотите задать мне вопрос. А это те же самые прятки, которые у нас были, но теперь мы можем хилиться стационарной аптечкой. Это такое, можно сказать, улучшение для выживших и усложнение для монстра. Перед началом видео, как всегда, можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, ссылочка на плейлист игры, на игру, на Discord сервер и на донатик, у кого есть желание, возможность поддержать меня денежкой. Вот. Написать какое-то интересненькое сообщение личное, либо же попросить снять какую-то отдельную игру, то у нас в описании под видеороликом. Так, ну что же, дамы и господа, мы все здесь, мы все заспавнились. Я поздравляю вас с нашими любимыми прятками, но теперь это у нас медицинские прятки. Почему? Потому что можно хилиться стационарной аптечкой. Только стационарной. Обычные аптечки мы не поднимаем, все у нас как обычно. Только теперь можно хилиться стационарной аптечкой на свой страх и риск. Ну что ж, давайте я быстренько сейчас пробежусь по правилам. Значит, мы спавнимся, ждем, когда у нас будет обнаружен монстр. Кто у нас сегодня монстр? Кто этот счастливчик? Ну-ка. Ну-ка, кто это? Ну-ка, отзовись, монстр, превратись, отзовись, не видно. Опа, это у нас, обратно, это у нас, опа, это коллектор. Ну, слушайте, если можно хилиться, то уже коллектору такое идет усложнение. Но все же коллектор очень опытный игрок, у него там 300-й уровень и такие вот делишки. Значит, подбирать абсолютно любые предметы запрещено. Что насчет оружия, тоже запрещено. Можно только монстру, если выживший пользуется багом каким-либо. Вот, поэтому такие вот делишки. Что насчет саботажа, устраивать тоже нельзя. Так, ну и на все про все у коллектора будет 10 минут для того, чтобы нас найти. Я сейчас приготовлю таймер. Коллектор сейчас у нас идет в пультовую и будет начинать считать. Мы никуда не уходим, мы ждем. Так, где этот еще таймер бы мне найти? Где таймер? Не вижу я его. Таймера нет у меня. А куда он делся? А куда же? А вот нашел наконец-то. Все, нашел таймер. Так, да, кидаем плюсик. Плюс, слышно, плюсик. Слышно. Так, мы побежали, все, запись у нас идет. Надо идти ныкаться. Сегодня я бы хотел заныкаться где? Столовая это не то. Ой, пультовую я не хочу идти. Мы идем не в пультовую. В пультовую нельзя. Так, 12. Куда бы мы пошли? Куда бы мы заныкались? Как вы думаете, а? Честно говоря, я вообще хз. Возможно, я сегодня заныкаюсь где-то, может быть, здесь. Так, 22. Склад. Склад это тоже не то. Это все не то. Лаборатория? Может, в лаборатории заныкаемся? Я уже не знаю, где ныкаться, тут уже все занято. Поэтому будем ныкаться мы сегодня в лаборатории. Нет, в лаборатории мы будем, короче, ныкаться. Ладно, сижу я здесь. Ой, я таймер не засек. Ах ты ж, дырявая голова. Все, пошло у нас отчет. Хилиться можно, поэтому шансы хоть какие-то есть. Но так как я не прокачанный игрок, так как я прокачку, в принципе, не юзаю почти что никогда, поэтому Даже не знаю, выживу ли я сегодня. Так, нычки уже я не знаю, какие выбирать, где ныкаться. Уже все нычки и так, все знают, все уже все пронюхали. Также пишите свои какие-то идеи в комментариях, если у вас есть какие-то прикольные режимы, новые рубрики. Это все пишите в комменты, самые залайканные я уже, возможно, выберу в следующей серии. Потому что одно и то же надоедает, надо что-то новенькое, надо какое-то разнообразие, вот. Поэтому такие вот делишечки пишите в комменты. А если у вас нет идей, то спуститесь в комменты, залайкайте те, которые вам больше всего по душе. Так, минуту я уже продержался. Юху, будем так каждую минуту праздновать. Дмитрозе, минуту продержался. Ура. Уже меня, наверное, не первого поймали. Хилиться можно. А куда мне бежать? Если меня заметят, куда мне бежать? Куда бы мне бежать? Непонятно. Я повернут куда?
Я повернут в эту сторону, лаборатория. А куда же мне бежать? Ты повернут сюда, значит, сюда мне бежать не вариант. Мне надо бежать вот туда, на улицу закрываться. А кодовое слово также будет по ходу видео, поэтому кто хочет получить от меня сердечко в комментах, находите кодовое слово, пишите в комменты, получайте сердечко. Но не жульничать, не подглядывать, сами находите, а то кто-то там с ошибкой написал какое-то неправильное кодовое слово, все сразу же написали, сердечко, бац, не получает. Лучше самому лишний раз, даже не лишний раз, а с удовольствием посмотреть видосик, найти по ходу видосика кодовое слово, написать его правильно и знать с чистой душой, что это лично твое сердечко, не халявное, а прям от чистого сердца, да, можно даже так сказать. Прошло уже, тем не менее, почти что 3 минуты. Почти что 3 минуты, ё-моё. Ух ты. Я уже слышу кого-то. Медицинские прятки. Это первая серия медицинских пряток. Если вам понравятся именно медицинские прятки, где можно будет хилиться стационарной аптечкой, то мы будем продолжать. Мы будем продолжать эту рубрику играть. Божечки, нет, я в тупике, жесть. Меня завалили сразу же в тупике. Вот тут перчик, туда-сюда, да зайка, Данил Медведев, перчик, перчик. Это, получается, он стольких перевалил, получается, да? Столько игроков перевалил. Сколько у нас было? Раз, два, три, четыре игрока, а было восемь. Да, было, ну, троих он точно завалил. В тупике заныкались ребятки, так же, как и я, и это ошибка. Если бы я внимательно смотрел, прислушивался за монстром, то, конечно же, шансы бы на выживание были больше. Потому что если бы монстр зашел, я его сразу же увидел, я бы убежал, я бы смог убежать. Но я, к сожалению, отвлекся как-то туда, как-то сюда. Так, монстр вот бежит, да зайка тут на чили, на расслабоне. Да зайка на чили. На расслабоне. Так, сейчас, походу, кого-то завалят, я так понял, да? Это же супер прокачанный Санус у нас. Смотри, какой злой. Смотри, какой... Глаз начал шевелиться. Вы заметили в этом обновлении? Глаз уже шевелится обратно. Давайте, кто хочет сердечко, у нас сегодня такое кодовое слово, такое интересное, на слух. Опишите кодовое слово «глаз Сануса». Глаз Сануса. И кто напишет, тому я поставлю сердечко. У нас сегодня кодовое слово не на экране высвечивается, а на слух. Вот, поэтому слушать надо. Еще плюс видеоролики, да? Так, кодовое слово «глаз Сануса». Я даже 4 раза где-то повторил. Ту-ру-ту-ру-ту. Ай-яй-яй. Интересно, кто-то уже пошел хилиться, как вы думаете? Кто-то уже пошел хилиться? Пока что не видно. Пока что не видно, чтобы кто-то хилился в наших медицинских прятках. Коллектор идет. Я уже знаю, где я буду ныкаться на карте школа. Я уже нычку даже на стриме себе приметил. И обновлений нет, поэтому заданий выполнять тоже негде. Серебро копить не на что, и поэтому немножечко теряется скилл. Так, это кого завалили? По-моему, завалили кого? Как-то Данил, по-моему, его так звали. Или кто это? Остается 4 минуты, тем не менее. 4 минуты у нас остается у нашего монстра. Перчик. Да, зайка тут на чили. Слушай, да зайка вообще тут сидит в этих ящиках. И чилит на расслабоне. Молодец, да зайка. Коллектор какую-то тактику, наверное, придумывает. Или что? Или что? Остановился. Что-то уже вынюхивает, пронюхивает наверняка, да? Уже что-то интересненькое вынюхивает. Так, а где у нас ребятки? Я вижу, они находится сейчас в серверной, да, тут у нас дозайка находится возле выхода, и все, о, здравствуйте, здрасте, мордасти, все, заметили, походу, или нет, да, заметил, еще бы коллектор не заметил, вы чего, это же коллектор, ну и ну, конечно, они сюда побежали или в какую-то другую, вот они сюда, за эту штуку, они вдвоем решили ныкаться, видите, это перчик такой и перчик другой, два перчика, ничего себе. Прикол дес. Вот перчик, походу, идет уже хилиться. Еще один перчик закрыл путь. А второй идет хилиться, потому что у нас медицинские прятки сегодня. У нас сегодня можно хилиться. Хилиться можно у нас. Так, закрыл за собой дверь. Отдых, он идет пока что в отдых. О, теперь возле дозайки еще один перчик там ныкается. 15.45 с этой штукой. Остается буквально 2 минуты почти что. Так, к аптечке он не бежит. Видите, все же
Рисково бежать к аптечке, да? Многие знают, что это рисково, рисково. Так. Опа! Нет, все, сейчас еще один разочек попадет, и все. И нашему перчику придет крышка. Но, походу, он сейчас куда-то будет убегать. Нет? Нет, там же была дверь, ты мог закрыться. Сюда куда-то пробежать, даже в столовую пойти закрыться. Но перчик почему-то забежал туда. Тоже какие-то, наверное, тактики, либо же просто импровизация. Так, коллектор что-то... Ага, он стоит возле аптечки. Он ждет, пока кто-то придет подхилиться. Да, зайка у нас полно ХП, и перчик 1545 у нас, ну, почти что полно ХП, буквально половины не хватает. Коллектор, коллектор, коллектор идет. О, май гаш! Походу и шел... Нет, не хилится, потому что столовая в другой стороне. Вот это да, прямо набежал на монстра. А дозайка себе сидит, как мышь парка. 10. А, нет, пошел выдавать. Выдавать подругу. Нет. А, оу. Дозайка испугалась, побежала в ту сторону. Все, это кирдык сейчас будет. Походу, у дозайки сегодня счастливый день. У нее сегодня счастливый день. 30 секунд у нас остается до конца игры. А ну-ка. Жесть. Все, дозайка одна осталась. Неужто победит? Я за нее болею очень сильно. За нее я болею очень сильно. Куда она бежит? Она уже возле люка где-то, походу. Походу, где-то возле люка. Ай-яй-яй-яй-яй. 10 секунд остается. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, время у нас вышло. Я поздравляю Дозайку. Она уже возле люка. Она побеждает. Она сейчас будет убегать. Все, походу, она сбежала. Почему-то не видно ее камеры. Вот она стоит. И, в принципе, все. Игра у нас даже заглючила. Поздравляю Дозайку. Двигаемся в следующий раунд. Номер 2 на карте школа наших медицинских пряток. Поехали. Так, ну что же, вот такой вот у нас получился первый раунд наших медицинских пряток. Получился он весьма интересный. Конечно, не было прям настолько много людей, которые и шли к аптечке, но все же я поздравляю Дозайку, которая продержалась 10 минут. И Перчик, там был такой спорный момент, там секунда в секунду как-то так. Ну-ка покажись, саботаж тоже устраивать нельзя. Опа, это у нас Смолечка, да? Она у нас, по-моему, этот игрок у нас уже был в прошлой серии монстром, вроде бы, если я не ошибаюсь. Так, ну что же, сейчас Смолечка идет у нас в эту в директорскую, будет считать до 60, и во время, в течение 15 минут будет нас искать такие вот делишки. Ну что же, Смолечка, ты идешь у нас в директорскую, можешь считать, все тебе с микрофончиком норм, вроде норм. Плюсует, и тут как раз-таки уже директорская поблизости, поэтому идет. Кто у нас стреляет? Кто это такой? Покажите мне этого человека. Оружки поднимать нельзя, надо выбросить. Также, когда монстр считает, надо... О, все, пошло время. Поехали, поехали. 54, 55, 57, 58. Я хочу здесь заныкаться впервые. Я хочу заныкаться здесь впервые. Получится ли у меня? Не будет ли палевно? Все, время у нас пошло. Поехали, 15 минут. Как вы думаете, хорошая нычка или нехорошая? А? Вот мне интересно здесь заныкаться. Мне интересненько здесь заныкаться. Почему я не хочу, чтобы со мной ныкались подписчики? Потому что постоянно, когда возле меня кто-то ныкается, то постоянно меня первого же валят. Вот, такие вот делишки. Поэтому я решил заныкаться сам. Но если вы уж так сильно хотите ныкаться возле меня, то я не запрещаю. Это законом не запрещено. Так, вот я здесь сижу. Не знаю, палевная нычка, беспалевная. Вот как-то так. Вот как-то так. Если бы этот треугольник был у нас заполнен, эта пирамида закрыта заданиями, коробочками, то это было бы круче. Правда, это было бы незаметнее. Но пока что уже так, что поделаешь. Так, вот там целлер пробежал. Жестяра. Да, зайка у нас побежала в те кусты. Интересненько, интересненько, интересненько. Очень даже интересно. Но мы сидим. Во время того, как я сижу, вы можете поддержать меня лайкусиком, комментарием интересным, полезным, с какими-то новыми режимчиками вашими. Вот, если у вас есть такие. Ну, а если нет, просто можете написать хороший комментарий. Хороший, добрый комментарий. Ну, или какой хотите там. Я уже вас не заставляю.
Так, дозайка у нас побежала туда внутрь. Я хочу здесь заныкаться, потому что мне на стриме показалась эта нычка довольно-таки интересная, любопытная, потому что когда я играл за монстра, вот этот вот участок я ни разу не пробегал. Возле этого метеорита, он же не радиоактивный, я надеюсь, потому что если он излучает какие-то радиоактивные лучи, то это, конечно же, мне не будет очень хорошо. Заметили кого-то? Заметили, жесть. Ух ты. Меня не увидел, это хорошо. Это уже хорошо, вау. Воу-воу-воу. Видите, монстр не обращает внимания на этот треугольник. На этот треугольник монстр почему-то внимания не обращает. Я тоже не обращал внимания, когда играл за монстра, ни разу. Ни разу не обратил внимания. Потому что вся концентрация идет на кусты. У нас подсознание сразу дает импульс в мозг, воспоминания, где ныкались в прошлых сериях. Кусты, это деревья, это кусты, это возле кустов, это везде, только не возле треугольника. Возле треугольника еще, по-моему, никто не ныкался. А кто ныкался, напишите в комменты. Напишите, я ныкался возле треугольника. Так, у нас прошло, тем не менее, уже половина времени. Боже мой, сердце в пятки, сердце в пятки. Видите, на кусты. Целлер у нас на кусты ориентируется больше всего. Больше всего на кусты. Фух, жесть. Я думал, вот-вот еще повернется, и мне будет кирдык. Это так же, как было у меня, такое же у меня впечатление, как было у меня в прошлой серии на полярке. Я там сидел, и у меня такое впечатление, что сейчас вот заметит, и в итоге он меня заметил. Но сегодня, надеюсь, такого не будет. Очень я сильно на это надеюсь. Так, у нас прошло уже 8 минут 30 секунд. Это больше, чем половина. Это уже залог успеха. Это уже, можно считать, мы себе заработали определенное количество баллов, да? Определенное количество баллов мы заработали. Так, побежал. Ё-моё, беги, уходи. Меня нет, уходи. Какие-то тактики, опять же, в голове перебирает, останавливается, бежит туда-сюда. Прошло 10 минут. С этого ракурса кажется, как будто он такой кривой, это треугольник. Оказывается, нет, ровненький, прикольненький треугольничек. Так, остается у нас, тем не менее, остается 3 минуты с половиной. A few moments later. Остается 1 минута, дамы и господа. 1 минута остается. Ваши ставки. Выживу ли я или не выживу? Будет для меня это изи катка, просто легчайшая для величайшего, да? Как в поговорке этой. Или же будет все же облом века. Ваши ставки. Остается 30 секунд. Ну, за 30 секунд, не знаю, сможет ли он меня завалить, если увидит. О май гаш. О май гаш. Чего? Что это было? Не увидел меня? Или увидел? Жесть, оставалось 30 секунд. Я думал, все, сейчас мне... Нет! Увидел меня. Все, 3 секунды остается. 3, 2, 1, я выжил. Я выжил, все время вышло. Даже если меня завалят, я выжил, пусти меня. Пусти меня, нет. Время вышло, дамы и господа. Время у нас вышло. Отправить. Все, время вышло, я выжил. Ура, ура, меня последний раз увидели. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и, конечно, это медицинские прятки, поэтому я сейчас иду подхилюсь в последний раз. Пишите свои комменты. Эта катка была довольно-таки интересная. Конечно, была очень крутая, интересная, прикольная. Мне понравилось. Это у нас была первая серия медицинских пряток. Пишите, хотите ли вы больше различных рубрик в наших режимчиках любимых. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд-сервер и на донатик, у кого есть желание, возможность поддержать мне денежкой. Буду всегда благодарен. Увидимся в следующем видеоролике. Всем удачи, всем пока-пока.